Всем привет! Сегодня мы играем в Pet Catchers, то есть охотники за питомцами. Охотники? Ну да, ну те, кто ловит питомцев. Вау! Что это такое? Я что-то куда-то использовал и переместился куда-то. Ну окей, окей. Я не могу никуда телепортнуться, я так понимаю. Да, я еще не заработал никакие телепорты, я только-только зашел в игру. Не надо ловить пэтов. Где что, пока ничего не ясно. Так, вот есть какая-то у нас... Catching Guide. Она мне сейчас расскажет, что делать. Так, бла-бла-бла, рады тебя видеть. Так, перейди через мостик, и там тебя будут ждать пэты. Ага, понятно. Окей. Мне надо использовать какой-то Catcher Cube. Ага, окей. Так, мне надо поймать доги. Доги. Окей. Хорошо, идем ищем доги. Где мой Cube? Я не знаю, где мой Cube. Клик. Что это? Ну это cat. Ну давай catch. Ага, есть. Я поймал кота. Но мне надо доги. Хорошо, давай доги искать. Где доги? Привет, ты доги? Вот это ты похож на доги. А ну-ка. Давай, ловись доги. Окей, я поймал доги. Что теперь? Ага, вернись к гайду. Тут так много пэтов. Зайцы, коты, кошки. Ей, класс. Так, привет, гайд. А ну-ка, расскажи мне, что делать дальше. Это моя награда. Я получил награду. Какие-то монеты. Так, 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 так. Там есть еще больше. When you see pet, the man... То есть каждый пэт редкость свою имеет. И это показано звездами. Так, take a rare cube. I give you catch rare bunny. Ага. Мне надо поймать редкого... Вау, они со мной ходят. Я думаю, они в клетке будут, а они со мной бегают. Мне надо поймать редкого бани. Это редкий бани? Две звезды. Это редкий? А, ну, давай попробуем. А ну-ка, поймали. Ага, вот это, да? Окей. Давай проверим, это он или нет. Он сбежал! Мой бани сбежал. Давай еще раз попробуем. Есть, я поймал бани. Кул. Так, я discovered бани, но поймал ли я того редкого бани? А ну-ка. You call your first rare pet. Yeah! И мне дали монетки какие-то. Так, lesson. Так, мне надо поймать три пэта. А бани со мной не бегает, кстати. У меня со мной бегают только эти. Три питомца мне надо поймать. Так, что мне надо делать? Все, бани, все. Тут все пэты одинаковые. Что тут еще есть? Надо 6 пэтов поймать, чтобы открыть новую локацию. И здесь пэты все одинаковые. Ну давай мы будем звезды, вот что больше звезд, то и будем использовать, попробовать поймать. Пам. Есть. А, сбежал. А чего вы сбегаете? Бани какие сбегают. Они такие хитрые. По два раза их надо ловить. Опять сбежал. Так. Опять сбежал. Ну вы даете. Кролики, вы что? Третий, четвертый раз какой он там уже сбегает. Да ну-ну-ну. Ну так нечестно. Ну, Бани, а ну иди сюда. Наконец-то поймал. Окей. Давай-ка еще одного. Бани, привет. И что, опять сбежит? Есть, с первого раза. Я научился ловить кроликов. Давай еще одного бани поймаем. Так, привет, бани. Иди сюда. Так, мне надо поймать еще банников. Давай, 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 давай. Опять сбегает. Этот сбегает. Предыдущий быстро поймался. Есть, победа. Я опять получил монету. У меня уже 1000 монет. И что ты мне скажешь? Так, я молодец. Я хорошо справляюсь с задачами, бла-бла-бла. Так, не только ловить пэтов, но еще что? Inventory space. Так, надо смотреть, что у меня там в моем инвентаре. Угу, я могу апгрейдиться. The tone of different upgrades, бла-бла-бла. Угу, где апгрейды? Где-то слева от нее. Это как смотреть? Pet storage? Что это такое? О, я что-то купил. Я купил pet storage. Угу, окей. А апгрейды где? Что за кнопка? Ew. Я куда-то перелетел. Куда я перелетел? А, я что-то построил. Угу. Doggy level 1, бла-бла-бла. Где апгрейды? Апгрейды пока непонятны. А ну что вот, инвентарь. И что тут у меня? Эквибест, конечно же. Ага, вот, я могу эквипнуть только, сколько там, двоих. Плюс, а, только за робоксы. Хорошо, я эквипаю двух своих банников, самых лучших. Бани, он дает больше золота. А этот что дает? И этот тоже дает больше золота, но бани дает лучше. Окей. Короче, что еще с инвентарем можно делать? А, у меня еще есть вот эта штука.
Oh, a capture cube used to catch rare pets. Close, окей. Но он у меня полный, что ли? Я не понимаю. Хорошо, ладно. Будем разбираться. Это еще пока закрыто. Давай попробуем перейти в новую локацию. И там какие-то будут покруче пэты. Return to catching guide. А, мне надо поговорить с catching guide опять. И будет reward 500 монет, да? Так, можно открыть новую локацию. Look on my friend. Ага, и там будет новая девушка. И она даст мне hoverboard. Как это называется? Hoverboard. Скейтборд, только летающий. Так, я могу открыть новую локацию. Па-бам! Есть! Вот новая локация. Тут куча пэтов. И вот новый мой уже помощник. Фонни Хок. Это уже мальчик, это не девушка. Так, I'll be sorry for fresh face, бла-бла-бла. I think what take. Free hoverboard. Хорошо, спасибо. You gotta build your squad with better pets. Хорошо. Discover new pets. Let's see, you got what it takes. Хорошо. То есть я открыл пока 3 пэта, мне нужно открывать больше. Это все? То есть мне надо... Ну давай всех подряд пока. Что это такое? Корова? Не, а что такое? Корова. Да, это корова! Прикольная такая. Catch this pet. Окей. Попробуем. Шанс какой? О, удача, есть. Я поймал корову. Так, дальше. Вот еще. Утка. Давай утка. Сбежит сейчас, да? А, шансы вот, 23% шанс. Это шанс поймать. Ладно, есть, победа. Так, корова, утка и свинюха. Привет, свинюха, я тебя тоже сейчас поймаю. Но можно использовать, а вот этот 90%, это чтобы сразу раз и поймал. Да, окей, супер. Я, если по 3 пэта в каждом, каждой локации, то я, в принципе, здесь все уже открыл. И мне нужно собрать 15 пэтов, чтобы открыть новую локацию. Не, ну прикольное такое, милое. Такие свинюхи эти милые, коровы, зайцы. Все прикольное. Так, inventory, equip best. О, и тут это уже дает на 1,3 денежек, да. И плюс 2 что-то, а я не знаю, что это значит. Вот этот меч, но он какой-то крутой. И утка прям крутая. Значит, мне надо что, стараться ловить все утки, да? Если утки реально самые крутые здесь, давай будем их ловить. Может, давай поговорим с этим, где этот чувачок? А где чувачок? Я что-то потерял. Вот он. Так, Return to Funny Hawk. Да, я уже выполнил задание. Получил монетки. Biggest squad. I got you, pet equip upgrade, бла-бла-бла. Beside me. Так, за ним pet equip upgrade какой-то надо сделать. Catch some pets, some coins, бла-бла-бла. Окей. То есть мне надо ловить дальше. Плюс one pets equipped. Давай. Ага, это стоит 3000 монет. Потом, плюс 4000, плюс pet storage и плюс 3500 код multiplier. То есть мне нужно реально вот эти 3000 монет мне, чтобы больше я мог получить petal. Equip best. И что тут еще? А, еще какой-то есть это. Плюс one XP when fed to a pet. Угу. То есть я могу своей утке скормить что-то и получить больше XP. Есть, утку поймал. Где-то тут еще одна есть утка. Привет, утка. Давай тебя еще тоже поймаем. Есть, отлично. Так, давай все будем ловить только утки, так как они самые крутые здесь. Есть, и удача, прям с первого раза ловлю, потому что у меня правильный этот ящик. Equip best, у меня все крутые утки, это хорошо. Не, у меня только две утки и одна корова. А, потому что я две только могу эквипнуть. Так, где этот апгрейд? А ну вот они. Я могу вот это купить. Плюс one pets equipped. Я могу теперь эквипнуть 3 пэта. Equip best. Да, у меня теперь 3 утки. Что-то они мне дают. Какие-то мультиплайеры, бла-бла-бла. А что это? Скейтборды какие-то. Утки. Какие-то супер утки. А как их поймать? Или они не ловятся? А ну-ка. Не, они не ловятся, похоже. Эти утки просто так катаются. Тут привлекают внимание к скейтбордам. Что еще я могу? Еще плюс один пэт. А, я уже не могу купить. Так точно так же, может, и было там? Но я, наверное, это уже сделал. А ну давай проверим. На всякий случай проверим возле той девушки апгрейды. Потому что я что-то, видимо, пропустил. Вот, плюс 10 pet storage. И что? Что это стоит? А, я его уже купил. Окей. Ладно, я это уже купил, я это уже апгрейднул. Сейчас моя задача поймать 5 пэтов. Так. И использовать плюс one pet equipped. Хорошо, это я уже сделал.
Давай ловить уток, так как они самые крутые, я не знаю, самые или нет. О, трех. Дракон! Вау! Он сбежит сейчас. Да, но я попробую его еще раз ловить. Дракон трехзвездный, у меня еще таких не было. Давай, ловим, ловим, ловим. Ты что? У меня таких не было. Есть, победа. Я споймал еще дракона какого-то. А ну, эквибест и дракон на 2 плюс 8. Ей, круто. А этот на 2 и плюс 1 и 3. Ей, супер. Супер-пупер. Так, дракон. Давай еще дракона владеть, а ну-ка. Так. Я сейчас ловлю последнего пэта. Еще раз. О, у меня закончился этот сундук. Эй, а как с ним быть? Как теперь быть? 15% шанс. Так, 15% шанс. Это 8 раз надо клик. Я вижу крутого пэта. Я вижу крутого пэта на 4 звезды. Еще и радужный какой-то. Кто ты такой? Я тебя не знаю. Шансов очень мало. Шанс 1 из 163. То есть 163 раза мне надо кликнуть, чтобы его поймать. Но надо не сдаваться, надо ловить, потому что он реально очень крутой. Так, все, продолжаем кликать. Так, это что за шанс? А, это за робоксы. Ну не надо мне робоксы, у меня нет робоксов много. Так, буду кликать, пока не споймают, потому что это прям что-то очень крутое. Все, оставайтесь со мной. Можем немножко перемотать, пока я его реально не споймаю. 117 раз осталось кликнуть. Прям вау. Мне надо как-то апгрейдить вот эти мои шансы. Потому что они прям крутые. И я могу вернуться уже. Я уже выполнил задание, но все равно я хочу поймать его. 100 раз еще. Ноу. Это очень долго. Но пэт прям очень крутой. Надо ловить. Так, он респаунится через 1 минуту, что ли? 5 лак 1.6. Бла-бла-бла. То есть у меня какой-то шанс есть увеличенный. Но все равно он убегает. Все равно 1 из 102. Вот я уже несколько раз кликаю, все равно 1 из 102. Когда ж ты поймаешься? No. Это прям сложно. Ну, продолжаем. Пока я хочу его поймать, реально. Мне же надо открыть все пэты, ну, по возможности. Как минимум в этой локации. Так, сколько это я раз его буду кликать, чтобы он поймался, а? Так, посмотрим, может 15 секунд и он исчезнет. 1,1% шанс поймать его. Какие-то поушены бы для увеличения удачи. И что? Run away, он убежал, я не смог его поймать. Вот мои пэты. О, я могу что-то получить. За то, что я открыл 5 пэтов. Теперь мне надо открыть 10 пэтов, чтобы получить следующую награду. И у меня какие-то поушены. Так, inventory, equibest. Есть, отлично. Ну что, идем к этому моему товарищу. Пускай мне скажет, что делать дальше. Так. Идем к новому. Пускай мне скажет, что же делать дальше. Так. Now you can equip another pet. Once again, blah-blah-blah. That upgrade. But before you get aboard, you need epic dragon. То есть мне все-таки надо поймать epic dragon. Okay, in the breeze. They're epic for a reason. Blah-blah-blah. Наверное, это был тот epic dragon. If you fail to catch, your PT luck starts up. Means each mistake it more likely will... Короче, чем больше я пытаюсь его поймать, тем больше шансов поймать. Epic Dragon. Это не они? Не, это обычные драгоны. Это тоже обычный, похоже, драгон. А где же эпики? Нереально надо его поймать. Где тот Epic Dragon? Так, пока не вижу. Обычных драгонов куча. Есть сундук какой-то. Может, тут что-то есть. А ну-ка. О, а что это я взял? Use шрайн какой-то. Вау. Я могу собирать что-то. Еще могу что-то кликнуть в сундуке. А, клик фаст. Кликай быстро. Получил еще много чего. Вау. Эпик кубы я получил. То есть. У меня всякие кубы появились новые. Когда я увижу этого дракона, у меня будет больше шансов его поймать. Так как у меня уже какие-то появились новые кубы крутые. Мне только надо его встретить. И в этот раз я его смогу поймать, я надеюсь. Ну а сейчас что? Я не знаю, что мне делать. Вау! У него крутые пэты, левел 25. А что, он ловит рыбу? Вот можно ловить рыбу. Интересно. Он ловит рыбу. И у него крутые прям пэты. Ё-моё. Магма Кьюб.
Ну, вау, какие. У меня, к сожалению, таких нет. У меня пока такие дракончики и уточка. Уточка уже так смешно выглядит. Надо поймать еще одного дракона. Давай-ка мы поймаем дракона. Давай мы будем использовать слабенькие эти кетчеры, чтобы хороший использовать именно для того дракона. Для того Z-дракона. Давай, 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 ловись. Эти тоже так долго ловятся. Есть, поймал. Так, давай эквипнем, чтобы у меня все были эти драконы хорошие. Что еще я могу сделать? Что я могу еще что-то апгрейдить, кстати. Могу Coin Multiplier взять, а могу Pet Storage. Pet Storage мне пока не надо или надо? Сколько у меня, кстати, пэтов? Еще могу 10 поймать, нормально. Давай, берем Coin Multiplier. Я купил Coin Multiplier. Теперь где же я встречал этого супер дракона? И как ловить рыбу? Да, вот это вопрос. Как ловить рыбу и где встречать дракона? Здесь через 7 минут я смогу вернуться, получить какие-то плюшки. Дракон где-то здесь. И что? О, я могу пройти в новую локацию все-таки. Return to Phone Attack. О, я могу уже поговорить, я уже выполнил задание. Похоже, это Epic Dragon, что ли? Те, что у меня есть? То есть я выполнил задание раньше, чем мне его дали? А ну-ка. Так, you can always unequip. Так, окей. Что, я выполнил задание? Я могу идти в новую локацию. Shiny Hunt. Pets in Mellow Meadows. А 4 more likely to spawn is shiny. Короче, то был shiny дракон. Давай мы купим вот это еще тоже. Все. Дракон этих... Это купил. Здесь все, что можно, сделал, апгрейднул. Shiny не видел пока. Ну что, переходим в новую локацию. Все, я сделал это. Открываем. Здесь должен быть новый чувачок, с каким разговаривать, да? Какие тут пэты? Интересненько, пока не вижу. Это пэты? Вот эти слаймы... Что это за... Они реально меня... Пэты с ними что-то делают. Пэты слаймы ловят. Получают экспи. О, ноу. А мне надо от слаймов убегать, я так понимаю. Да. Ну что, если я здесь, что слайм делает? Ну, пока ничего. О, у меня ховерборд. Я ничего не просил, мне дали ховерборд. Е-е-е. Только я не могу крутиться. Я на ховерборде вот так вот только. А если с шифтом, то же самое. Окей. Поехали. Так, слаймы. Красные слаймы. Да, они на меня нападают. Что тут делать, я не знаю, но как минимум пэты мои работают, получают какие-то левелы, получают экспи. Это хорошо. Вот я сундук нашел. Привет, сундук. Так, открываем быстро. И... Я опять получил Epic Cube, я респаун тайм. Короче, я что-то там получил много всего интересного. Пэты мои прокачиваются, это хорошо. Здесь я могу что-то купить. Health за 20k. Могу damage получить за 25k. Блин, тут так все дорого. А, у меня деньги появляются. Наверное, мне пэты зарабатывают эти слаймы, когда уничтожают. Так, есть новый чувачок. Привет. It can be the workshop. Так, you look tough. Так, надо победить слаймы. Это единственный путь, чтобы достигнуть мира в этом мире. Короче, мира в мире. О, вот и пэты. А где слаймы? Давай слаймов побеждать. А, мне надо победить 2 слайма, потом пойдем с пэты ловить. Задача сейчас мне слаймы побеждать. Good. Есть? Да. Могу идти опять к этому. Привет. Привет. Так, halfway. О, у меня 25 тысяч уже. Слукнули, need pile of coins for full info. Так, special эликсир мне какой-то дадут. Что дальше? Победить 3 слайма, собрать 15 wildberries от врагов и заработать 5000 монет. Ну, я так понимаю, что опять воюем с этими, со слаймами? Давай. Опять воюем со слаймами. Level up у меня получаются. Эти всякие wildberries собираются. Это все легко. Да. С моими вот этими дракошками это все несложно. Слаймы, конечно, такие опасные, надо от них убегать. Но заработать 5000 монет. Смотри, монеты зарабатываются просто так. Просто я нападаю на эти слаймы и зарабатываю монеты. Круто. Круто. То есть тут не только пэты собирать, тут еще вот и воевать тоже. Так, привет, чувачок. Давай, говори, что дальше. Сейчас мы вернемся к пэтам. Тут еще покруче могут быть. Так, эликсир. Use coin эликсир wisely. Короче, есть какой-то эликсир монет, я пока еще не использовал. Но они то strong rune, more damage with coin. Тут кэш сам. Все,
Buy some upgrades while you at it. Так, Гэдзе, 50 сердец мне надо. Как эти сердца собирать в этом месте? Давай попробуем опять через эти? Через слаймы? Нет? Альбурвудс. Это моя локация, Альбурвудс или нет? Я вот не пойму. И где брать сердца? Вот пока что сложно. Вот слаймы воюю, пока слаймы никак. Надо искать сердца. А, это апгрейд надо купить. Плюс 50 хелс. Где? Вот, покупаем. У меня есть деньги? Есть. Потом, one-on-one damage апгрейд. Апгрейд. Есть у меня деньги? Нет еще денег. То есть надо зарабатывать. И поймать 4 редких пэта. Давай пока что денежки. Денежки путем воевания с этим, со слаймами. Что у меня здесь с пэтами говорит? А ну, эквибест, все то же самое. Что еще тут есть? А, вот мои, вот, ай-яй-яй, вот мои всякие эти, вот-вот-вот. Окей, все, это я просмотрел. Мне надо опять сколько там, 25 тысяч. Надо слаймы, где слаймы? Это не слаймы? Нет, это не слаймы. А где слаймы? Я всех победил. А, вот. Так, сейчас мы все сделаем. Сейчас мы все изи сделаем. Так, надо апгрейднуться на дэмэдж. И надо поймать 4 пэта. Сейчас все легко. Сейчас все сделаем легко. Так, там 25 тысяч, по-моему, мне надо, да, денег? Сейчас сделаем. Изи. Так, 23 тысячи уже есть. И 24. Где слаймы? Что, я всех слаймов победил, что ли? Как мне деньги заработать? Наверное, пора идти ловить пэта. Вот слаймы, вот слаймы. Ох, вот этот синий опасный, наверное. Да, синий опасный. Мега слайм. Ну ничего, пэты, вы что не работаете? Драконы, вы так просто так не сидите. Давай. Есть куча денег. Я могу идти апгрейднуть, что там, на 1.1 дэмэдж. Есть. Задание выполнила. И теперь сделать 4 пэта, редких пэта. Ну давай вот олень, я не знаю, это редкий или нет, но у меня еще такого не было. Давай вот самый слабенький берем мой этот ящик. Как, я не помню, как она называется, бокс какой-то. А сбегает? Тут у меня шансы сумасшедшие, он сбегает. Так, оленя есть, поймал. Теперь кошка, еще такая кошка, у меня не было кошки такой. Давай, будем пробовать слабенькими ящиками этими ловить. О, с первого раза. Так, олень, кошка, что это? Сова, привет, сова. Давай сову тоже самым слабеньким попробуем поймать. А тот будем коллекционировать, сохранять на будущее. Так, тут еще утка, еще одна утка, трехзвездная утка. Это летающая свинья! Оу, это уже сложнее, давай вот так. Я вот для нее я использовал уже что-то посерьезнее. Так, олень, летающая свинья и сова. И кошка, кошку я тоже, кажется, ловил. А, ну есть кошка, одна звезда, есть кошка, две звезды. Давай, ну давай как-то так вот. Одна звезды кошка, одна звезда. Есть, и давай двухзвездную кошку. Где двухзвездная кошка? Вот она. Привет, кошка. Давай вот это. И сбежала. Ах ты, кошка. Ну, есть. Я всех споймал. Оу, но мне еще одного надо поймать. О, сундучок. Это мы любим. Вау, куча клубники. Так, что еще? Мне надо еще кого-то споймать. А кого же мне можно? Пчелка! Пчела! Такого еще не было. Это что-то новое. Есть! Удача! Но оно почему-то мне не засчитало, что это какие-то редкие. Как? Пчелы же у меня никогда не было. Я поймал ее, а мне не засчитали. Где мне еще искать редкие пэты? Ха! Вот это интересно. О, магазин. За монеты я могу купить. Мистер Эгг. Давай купим. Я купил уже два, да? То есть, что теперь? Где мои эгги? Мистер Эгг. Где пэты? Я купил два Мистер Эгга. Где мои яйца, а? А, вот они. Давай. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Может, будет редкое что-то, а ну? Редкий. Еще надо. А ну-ка. Common. Хорошо. То есть мне надо ловить всех подряд, что ли? И потом смотреть, там редкое оно, не редкое. Давай, ну давай вот пчела опять еще одна. Фуф, у меня уже ящики эти всякие заканчиваются крутые. Есть, success. И все еще не редкое. Где редкие пэты? Я не пойму. Реально не пойму. Может мне вернуться в предыдущую локацию? Что здесь? Тут закрыто.
Так. Идем искать редкие пэты. Может, я сейчас найду этого. Вот он. Вот этот. Вот он. 2,2%. Я надеюсь, он редкий. И надеюсь, я его смогу поймать. И у меня, кстати, закончились, жаль, эти ящики крутые, чтобы ловить. Шанс 2,2%. 50 раз мне надо кликнуть, чтобы его поймать. И у меня только 50 секунд есть, чтобы его тоже это сделать. Так, ну давай, питилак, увеличивайся. Что-то мне надо, какие удачи, что мне надо. Мне надо тебя поймать, иначе я не знаю, как сделать задание. Эй, ловись. 3% шанс. Он какой-то очень крутой, мне надо его поймать. Ну, 20 секунд у меня. 3% шанс, это очень много. Ну, то есть, если я так раз 30 кликну, это прям я его поймаю. Давай. Что, я поймал? Нет. Саксес! Есть! Но он не редкий. Он все равно не редкий, но он... Не понял, вот эти свиньи... Свинья вот это круче, чем вот это. Плюс 30 на 4, плюс 30 на 4. Короче, да, я не зря. Я хорошо, что его споймал, но поросеночек, вот этот летающий, круче, чем вот этот вот крутой мой пэт. Ну ладно. У меня теперь что? Пчела, поросенок и... И золотая свинка. Так, окей. Возвращаемся. Ищем редкие пэты. Где? И давай, кстати, да, вот купить надо еще вот это. Что тут оно стоит? 45 тысяч. 45 тысяч мне надо это купить, да, потому что я пэты ловлю. И мне надо много денег для... Много места, чтобы складывать пэты. Где слаймы? Я что, все уже переловил? Как мне теперь деньги зарабатывать, а? Вот слайм, привет, слайм. Так, немножечко, пару копеек заработали. Всех слаймов мы победили. Больше нет. Окей. Редкие пэты. Как понимать, кто из вас редкий, а? Кто из вас редкий? Что, всех подряд, что ли? Ну, давай еще раз оленя. Ты редкий, олень? Олень, скажи-ка. Саксес, еее. Ну, непонятно, ли он редкий. Короче, ловим всех подряд. Давай, совунья. Может, ты редкая? А, это может, как это, если common, rare, да, то есть, возможно, что они, какие-то из них редкие, а какие, непонятно. Давай, ловись. Сейчас уже должна быть удача. Нет, еще разочек давай. Да ну, 28% шанс, я уже сколько раз тебя кликал. Смотри, какая жуля есть. Наконец-то я поймал, оказывается, эта совунья была редкая. И сейчас, что я смогу так? Бла-бла-бла, you looking, там ты становишься сильнее. Все, я могу идти в новую локацию, и мне надо победить Слайм Кинга. Да? Слайм Кинг, это вот здесь. Ага. Так, ну хорошо, пошли. Раз мне надо победить Слайм Кинга. Давай проверим, что мне надо. Следующая локация 95 тысяч. Ага, за деньги. То есть мне надо реально заработать. Вот, мне надо, что это? Pet Storage. Ну, сейчас прямо оно мне не надо, но давай уже сделаем. Пэты у меня мощные. Слайм, мы сейчас мы победим парочку и купим уже все апгрейды, что можно. И пойдем драться с боссом. Так, level up. Деньги есть, можно идти покупать. Да, есть, я купил, плюс еще 30 Pet Storage. А сейчас идем воевать с Кингом. Где он, кстати? Я потерял. Где? Это мы сюда вошли. И King Slime. Вот он. King Slime. Boss fight. Your team. Ну давай. Не, давай вот так. Давай Equip Best проверим. Или я правильно эквипнулся? Да. Все, что есть, вижу. Потом. Это что? A Mystical Tone with Power. Вот. Давай мы его используем. Или оно у меня есть? Я не понимаю. Наверное, есть. И это Liquid... Increase Coin Multiplier. Пока что это не важно. Плюс XP. Хорошо, это пока не важно тоже. Поехали воевать. Давай, старт. Итак, король слаймов. Король слаймов, привет. Ну, нападайте. Ага. Какой ты? Мне надо прыгать, я понял, мне надо прыгать и убегать. Фуф, я застрял, я не на те кнопки нажимал, но пэты мои сражаются, это хорошо. Мне надо больше прыгать, лучше подальше уходить и больше прыгать. Я так не выиграю никогда, я проиграл.
Так, остыли. Идем еще раз. Я уже понял, как надо с ним бороться. Надо прыгать, надо от него убегать. Кстати, мне денег дали. Я проиграл, но мне все равно дали денег за то, что я воевал с ним. Окей, так, вот он король. У него здоровье 6000, да? Оп, 3, 2, 1, поехали. И ушли, и раз, отлично, выжил. Ушли, и раз, отлично. Ушли, и раз, отлично. Good. Пока что я сражаюсь, отлично. Так, ушли, раз. Oh, no! Немного меня задело. Я туплю. Так, прыгаем. Раз, good. Отлично, отлично, отлично. И раз, прыгаем, есть. Хорошо. Раз. Все равно задело, но я держусь. 3000. Так, в прошлый раз я уже здесь проиграл. Сейчас я могу тоже проиграть. Убегаем. Оу, е, восстанавливайся здоровье. Как-то восстанавливайся здоровье. У меня только 30 здоровья осталось. Я не знаю. О, oh, no. Так. Фух, это опасно. О, но я опять проиграл 1000 всего-навсего. Мне дадут кучу денег, нет? Или это мне показалось? Да, мне дали немножко денег, дали экспи, монет. Все дали, ей. Ну, мне надо победить этого босса. Надо, я не знаю, что делать с этим. Экспи, пэтом давать или что. Фуф, давай-ка мы что. Вот, например, наш поросенок. У него 33 это, да? Gift read. 33 и 4,7. Хорошо, давай трит. Давай дадим ему вот это. Choose. Choose. И есть. Оу. Oh. Мне его ловить надо, что ли? Ну, давай, use all. Плюс 33, да-да. Feed one. Плюс feed one. Ага. То есть feed... надо много раз кормить, чтобы у него поднялся уровень до 4. О, oh, no. Ну, у меня много-много клубники. Много клубники. Поэтому вот по одной... Давай докормим его до уровня 5. И тогда... Да, у меня много. Пока что много. Но я не хочу все давать одному поросенку. Может, я по чуть-чуть как бы каждого подкормлю. Так, мне надо победить этого слайма-короля. Так, 15000 XP. Мне надо 17. То есть еще 20 ему надо этих малинок. И тогда я смогу уже так более-менее серьезно воевать с боссом. Так, 16-7, так. И замечаем, 33 у него меч. То есть он сильно борется с 33. И 34 всего-навсего. О, ну, окей, лив. Так, то есть немножко он стал сильнее. Дальше. Что еще? Например, вот этого. Плюс 31 у него. Давай ему дадим трит. Окей. Choose. И... О, oh, no! Этого очень много надо кормить. Не, не надо. И что еще? Хотя можно было все потратить. И пчелка. Плюс 26. Хм, что делать? Давай-ка мы... Может, gift read. Что там он скажет? Пам-пам-пам. Долго тебя кормить, чтобы ты сильнее стала? Ну, достаточно долго. Да. Лив, давай мы все дадим одному. Вот этому моему поросенку, самому крутому, gift read. Вот это. Choose. И давай-ка мы ему все дадим. Сейчас у него сила плюс 34. Плюс 38, 39, 40. Есть. Не зря. Не зря я ему отдал все, что у меня было. Лив. Окей. И из инвентаря у меня больше нет ничего. Хорошо. Мы прокачали поросенка до 12 уровня. Мы прокачались там. И сейчас пробуем воевать. Сейчас главное не тупить. Так, уходить вовремя. Итак, уходим. Уходим и прыгаем. Но-но-но-но-но. Уходим и прыгаем. Уходим и прыгаем. Отлично. Уходим. Уходим. Прыгаем. Есть. Прыгаем еще раз. Так, еще раз. Давай. Уходим и прыгаем. Получилось. Ушли и прыгаем. Готово. 3000. Есть. Первый раз я проиграл здесь. На 3000, когда было силы у этого слайма, у босса. Так. 3000 все еще у него есть. О! Так, давай. Второй раз я проиграл, когда у него было 1000. Еще до 1000 далеко. Так, прыг. Есть. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Убегаем. Но! Убегаем. Но! Это опасно. Есть. Получилось. Есть, я победил его. Я его победил. И это было круто. Так, сколько мне дадут?
Мне дадут сейчас кучу денег, кучу всего, правильно? Это было что-то. Но я получил кучу всего, кучу всяких плюшек. Не знаю, что это все значит. И 50 тысяч денег. Ей! Значит, я могу открыть новую локацию? Почти, да. Мне надо пару слаймов победить, и я могу открывать новую локацию. Отлично. Так, что здесь? Эквибест, ну это как всегда. Мне показывают, что у меня появились вот эти штуки. Что это? You can only hold 7 at a time. Ага, это чтобы играть мини-геймы. 96 тысяч, я могу открывать новую локацию. Ей. Так, с этим можно поговорить? Да. Давай поговорим с этим. Еще пару денег сейчас получим за то, что победил. Так, now craft the art, it takes real time. Что мне надо делать? Крафтить что-то надо. Rare cube. It will cost you a little bit of coins. The crafting clock stops if you leave the game. Ага. Хорошо. Мой новый квест скрафтить 5 редких кубов. Ну, я думаю, что для первого раза достаточно. Я круто немножко прокачался. Вот мой поросенок уже вообще 13 уровень. Я уже могу открывать новую замерзшую локацию. Но перед этим хочу еще вот выполнить задание вот этого Blacksmith'а. Да, но это мы можем сделать в следующий раз. Шопиться мы тоже можем что-то тут тратить денежки, пробовать шопиться. Да, Epic Cube покупать, все дела. Короче, все очень круто. Игра мне понравилась. Я думаю, продолжение будет обязательно. Пэты у меня вот такие клевые. Если вам понравилась эта игруля и как я в нее играл, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока.